погода идеальная для путешествия. Добро пожаловать, друзья, в мою чудесную атмосферу, в чудесную атмосферу моей ракеты, в которую никакого входа никому нет. Здесь ездят только самые близкие мне люди. В этой машине я был исключительно счастлив. В этой машине мы исключительно ездили отдыхать, получать удовольствие. В этой машине исключительно мы были счастливы. И вот для чего мой YouTube-канал. Добро пожаловать, друзья, сюда. Добро пожаловать вот в это живописное небо, которое я вижу, и которое вот мой Honor 50, он его делает лучше, чем оно есть. Понимаете, вот я вот сейчас своими глазами на него смотрю и смотрю в экранчик, да? В экранчике оно красивее. Добро пожаловать, сейчас мы включим музыку. Я куплю вон, видите, стаканчик от кофе в предыдущей моей поездке. Там куплю на Лукойле замечательного ароматного кофе. Моего любимого. Вот там, кстати, стоит пылесос на случай несварения желудка. Ну, на случай не то, что не желудка, а на случай, короче, расстройства пищеварения. Вот, и... Добро пожаловать, друзья! Я все свои видео делю по 2-3 минуты, потому что считаю, что так можно охватить больше аудитории. Ну и потом все-таки какая-то вот такая достаточно угрожающая статистика, что смотрят только первые 30 секунд. Ну поэтому что я буду делать по полчаса видео пока что, которые будут смотреть только 30 секунд. Но если кто-то смотрит полностью, то ему, конечно, неудобно. Я сделаю плейлисты из этих путешествий, и можно будет по плейлистам просто запускать плейлист и смотреть. Двигаемся. Это у нас вон тоже тут кто-то хорошо живет. Так, ну видите, какая идеальная температура, все. Блин, небо хорошо получается. Как оно хорошо получается на этом смартфоне. В общем, хотите хорошо снимать, в частности, Honor 50, я не знаю, мне кажется, iPhone так не будет снимать небо.